Так. Андрей Измайлов, спасибо большое за донат. Смотреть, значит, с 9 по 13 минуту. Укротитель попугая. Бум, охрененно. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваши усы такие? Вы не поверите, да. Ничего себе. 21 век, чудеса. Они прям черные-черные у вас. Чудеса. Обалдеть. А я Сергей. Очень приятно, Вениамин. Вы дрессировщик попугаев. Укротитель. Укротитель попугаев. Слушай, попугаи являются дикими животными. Еще факты какие-нибудь? Не советую дома держать. Почему? А сейчас пойдем и увидите. Вредные? Нет, добрые. Быстро палец откусят. 2 секунды, чик, и готово. Какая порода попугаев самая психованная, вообще ненормальная? Какаду. Какаду? Какаду. Какаду, если вы знаете, да, английский. Да. И сам body up dressed. Как вас угораздило стать укротителем попугаев? А меня не спрашивали. Я когда родился, меня в цирк принесли. Вы из династии укротителей попугаев? Нет, я первый укротитель попугаев в нашей стране и в мире практически. Респект. И уважуха. Пришел я кому-то в гости, там вредный попугай. Да. Мне нужно на него воздействовать. Да. Что мне ему сказать? Я знаю игумного. Я знаю игумного. Да. И он сделал так. Да, изгладь. Я не хочу проблем? Да, да, да. Именно так все и будет. Хорош. Это еще у меня заниженная самооценка. Как говорят психологи. Занизилась? Да. Что такое? Сезонное что-то? Не знаю. А попугаев нахватались? У них же тоже там... У них там... Да? Попугаи, кстати, озабочены? Не, не? Вообще. Вообще никак, да? Вообще асексуалы. Только как я максимум дул. Да, покакали, и как все аду? Хорошо. Да. Да. Не, а как аду, это... Глупости не дул. Это отдельная песня. Да. Пиздня. Какой самый крутой трюк в вашем арсенале там? Все. По факту. Значит, я желаю вам такую же самооценку. Ну, как бы... Как у игумного. Да. Хотя психологи говорят заниженная. Не, все в порядке. Вообще. Очень вы мне нравитесь. Да, аналогично. Да. Я чувствую, меня даже как-то немножко укротили. Да ладно. Да я ж попугай. Да есть немножко. Это, да, блин, хохолочек. Да, в профиль немножко, да, так. Люблю блестящие. Кстати, что любят попугаи больше всего? Вот. Меня. Глупый вопрос, конечно. Какой вопрос? Тут чел вот этот сам тащит. Просто такой ответ. Да, 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 простите, не подумал. Попугаев покажут или нет? Нужно все-таки. Да, все-таки, да. Даже ударение правильно ставит. Какая-нибудь травма... психологическая. С какой-то момент это вызвал ее? Да, я тут как-то задумался. Бывает. Ну, они что-то крякают между собой. Что-то я насговариваю, да. Что-то затеяли. Да. Я решил попробовать воспроизвести их язык. Крекнул в ответ. Они меня чуть не разорвали. Да? Я понял, что это было что-то матерное, как минимум. Может, вы сможете воспроизвести? Я завязал воспроизводить попугайский язык, а другим не советую. Ну, может быть, хотя бы какое-нибудь доброе слово вы знаете на попугаев? Или там у попугаев нет добрых слов? Добрых, вот я сомневаюсь, что есть у них слов. Вы мой герой. Ну что, вы самый крутой здесь. Подготовлен. Идем. Ну идем. Не страшно. Страшно, конечно. Я посмотрю немного, что дальше. Красавец. Молодец. Ну, видите, дрессировка работает. Дрессировка в действии. Хищники. Кировский акцент. О, говорящий. А вы умеете имитировать кировский акцент? Я умею. Здравствуйте. Добрый день. Как вы думаете, что они сейчас про меня думают? Давай не будем. Я ж тут дословно сейчас переведу, тебе придется запипикивать потом. Или самооценка что-то. У меня упадет. Да ниже плинтуса, ниже, чем у меня. А так я абсолютно спокоен. Молодец. По мне же видно? По мне же видно? Проверим. Давайте. Привет. Я ушел, перекурю, приду. Да. Я долго собираюсь. Хорошо. Привет, я Игумнов. Я просто... Новый имидж у меня. Ты меня боишься. Я авторитет. Будь хорошим мальчиком. Нет? Я Игумнов. Правда, правда. Вот смотри, я лучше всех. Я самый-самый лучший.
Скажи, пожалуйста, Сережа и Лайф. Сережа и Лайф. Он же тебе жестом сказал, не знаю. Нет, да. Нет. Очень громко. Кузя первый в мире попугай, который доказал всему миру, что они не умирают лежа на спине, а еще и жонглируют. Да. Нихера себе! Сколько ему лет? 45. 45? Ну его еще папа мой покупал. Последний вопрос. Их же здесь любят? Они же здесь не страдают, им здесь хорошо? Ну, он у них, видишь, специально обученный человек есть. Да, да. Вова! Вов! Я смотрю, вы Вову тоже надрессировали. 16 лет. Ни одна жена со мной сколько не проживает. Зачем какая-то жена еще нужна? Ну, я старый, но ориентацию менять поздно. Можно просто дружить. Мы просто дружим. Вова! Иди дружить будем. Кольцо баскетбольное Вакина возьми. Попугай забросил мяч с расстояния 96 сантиметров. Да, вот где-то отсюда вот он забросил. Да. Ну, сейчас мы не будем над ним издеваться, просить рекорд повторять, да? Вот ты отсюда возьми, забрось. Я смогу. Да, только не вот так рукой, а прям вот так. Ну, представь, что вот это попугай, да? Да. Я просто в этом хорош. Да. Но если бы не вы, пошли отсюда, если бы не вы рядом, да. Ну что бы я сделал? Молодец. Ну красавчик, а. Хороший. Бля, мне дальше интересно просто пиздец. Пожалуйста. Вака. Дайте сломать мяч. Ой. Соберись. Но. Вака. Бра. Да. До захода зрительки не... Шоу подпил неделю. Тесла. Будет два клоуна. Попугай. Бля, интересно.